Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Phantom. Сейчас я покажу вам, как сделать скриншот. Итак, зажимаем кнопочку питания и уменьшения громкости. Далее проводим тремя пальчиками по экрану. Это второй способ. И третий способ. Опускаем вниз шторку, нажимаем снимок экрана. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.